Привет, друзья! Сегодня решил немного отвлечься от фотошопных тем и поговорить о деньгах. Точнее, о стоимости съемочных проектов, даже если они кажутся простыми и банальными. Почему-то многим кажется, что фотопроект — это нечто, что делает, например, Маргарита Карева, а все, что выглядит иначе, — это простые вещи. Это далеко не так. Поэтому не только поделюсь затратами, но и попутно расскажу о подготовке съемочных проектов. Как вы знаете, к фотосессиям относятся по-разному. И все зависит от цели и задачи. Если вы занимаетесь, так скажем, спонтанными съемками, то все довольно просто. Человек вам пишет, спрашивает о съемке, говорит об удобном для него времени, и фотограф идет и делает свою работу, не особо спрашивая подробности. В итоге получаются несложные фотографии, без согласования одежды, места, времени и так далее. Успешность таких снимков начинает зависеть от сочетания внешних условий. Такая фотография не очень сложная, практически не затратная, ведь фотографу не приходится переживать, он просто выполняет свою работу, не задавая вопросов. Но если задача состоит в том, что сделать что-то особенное, например, какие-то красивые необычные снимки для портфолио, или есть идея снять что-то креативное и творческое, вот здесь начинается настоящая работа, требующая в том числе и финансовых средств, без которых просто не обойтись. Покажу на собственных примерах. В прошлом году я доделал серию, посвященную супрематизму. Что тут сложного, может кто-то спросить? Ну, сидит девушка, смотрит на стену с картиной. Но давайте сквозь призму даже одного кадра посмотрим на все составляющие. Мы снимаем в пространстве, значит, нам нужно то самое пространство, позволяющее получить хотя бы 3-4 метра свободного места по ширине. Можно ли снять такое в квартире? Наверное, да, если квартира довольно большая. Но обычно для таких снимков нужна фотостудия. И не просто фотостудия, а фотостудия с черными или темно-серыми стенами и большим окном, чтобы не ставить вспышку. Цена вопроса в моем городе за 1 час аренды 1300 рублей. В студии был черный бумажный фон, и это серьезно упростило дело. Естественно, аренда студии была важна на конкретное время, чтобы из окна был мягкий рассеянный свет. Так я смог сэкономить время, не ставя вспышки. Чтобы реализовать эту идею, а основана она была на использовании только красного, черного и белого цвета в кадре, нужно было найти платье. Если вы решите найти платье красного цвета, выделяющее фигуру в каком-нибудь интернет-магазине, поймете, как это непросто. Лично мне помог один магазин супер недорогой одежды, и платье обошлось в 1000 рублей. Платок на голове еще плюс 400 рублей. Итого, к аренде студии добавляем еще 1500 рублей. Найти модель — еще одна составляющая. Нужен не просто человек, а человек с ярко выраженной фигурой. Мне в определенной степени повезло, девушка откликнулась и согласилась поработать в обмен на фото для контента. Час я снимал свой проект, час снимал снимки для соцсетей, конкретно модели. Такой бартер — тоже определенный вид затрат, потому что я буду тратить время не только на свои фото, но и на контентное фото для модели, ведь она согласилась попозировать мне бесплатно. В Москве такое дело не пройдет, сколько бы я ни кидал заявок, практически ни разу не нашел модель, готовую поработать бесплатно. Только за гонорар, я прекрасно это понимаю. Поэтому добавляем смело еще от 1500 до 2000 рублей. Итого, чтобы снять эту серию, нужна вот такая сумма и подбор студии и одежды. Плюс можно прибавить и временные затраты на работу за компьютером, но об этих тратах расскажу в одном из следующих видео. Еще раз, чтобы сделать даже такие невероятно простые минималистичные кадры, пришлось вложить неплохую сумму. Кто-то может спросить, был ли толк? Конкретно этот проект я создавал для одного фестиваля в своем городе, плюс серия засветилась в больших мировых конкурсах, в том числе и в финале 35 Awards в этом году. Давайте посмотрим на проект еще одной съемки, которую я делал для портфолио и для моего канала на YouTube. Тоже кажется ничего сложного. Но снова давайте детально рассмотрим все составляющие. Чтобы отснять такие снимки, мне снова нужно было лаконичное пространство, без пластиковых каминов, но с бумажным бежевым фоном. Мне был важен мягкий рассеянный свет и, следовательно, большой октобокс, который еще не во всех студиях найдешь, особенно если живешь не в городе-миллионнике. А мой город довольно небольшой. В итоге это стоило вот такую сумму за час аренды. Снимали мы 2 часа. Чтобы образ соответствовал окружению и сочетался с светом, важно было подобрать платье. Давайте откровенно, в основном потенциальные модели редко имеют классный гардероб с одеждой классического плана. Поэтому приходится или покупать, или арендовать одежду. В
принципе, разница в цене не очень велика, поэтому добавляем еще от 2 до 4 тысяч рублей за одежду. Большинство моделей не владеют продвинутыми навыками макияжа и укладки волос, поэтому ищем хорошего проверенного мастера. И мне, по дружеской скидке, это стоило 3000 рублей. Впрочем, повторюсь, услуги крутого мастера могут стоить и в 1,5-2 раза дороже. В итоге получаем вот такую сумму, чтобы сделать эти кадры. Что если ужаться и не заплатить? Тогда модель придет не в подходящем платье, нужно будет исправлять прическу, макияж в фотошопе и на все это тратить недели. Сами снимки наполовину не приблизятся к тому, что мы получили в итоге. Мы поговорили о творческих проектах. Но что, если это коммерческий проект и человек хочет все сделать красиво? То есть найти мейкап-мастера и купить платье. Ему придется вкладывать эту сумму самостоятельно. А если еще и добавить мои услуги, то подобная студийная съемка и вовсе может вылиться в неплохую сумму. Еще один пример, который нашел огромный интерес у публики здесь на канале. Это фотосессия, посвященная фильму «Дюна». Здесь были затраты на студию, платье, ткань, арабскую маску и побочные затраты на свет, который я купил отдельно для всех своих проектов. Плюс здесь не было макияжа и прически, а модель согласилась поработать на творческих началах. Можете представить итоговые затраты. К слову, эта серия тоже в финале 35 Awards в этом году. Любая съемка, даже если она кажется несложной и где-то очень традиционной, все равно требует некоторых вложений. Либо со стороны фотографа, либо со стороны потенциальной модели или клиента. И именно поэтому качественная, продуманная коммерческая фотосессия просто не может стоить дешево и быть ниже себестоимости итоговых затрат. Даже если у вас есть доступ к бесплатным услугам мастеров или одежде, все равно придется тратить время на поиски, договоренности и согласования, а как мы знаем, время – это деньги. Кто-то из подписчиков приводил примеры Маргариты Каревой. Просто вдумайтесь, сколько средств и усилий нужно вложить, чтобы сделать такие фото. А чтобы сделать вот такие или такие. Со стороны такие снимки всегда кажутся простыми, но сюда вложены усилия огромного количества людей. Первый взгляд на любую фотографию всегда основан на эмоциях и чувствах. Но если попробовать даже на базовом уровне проанализировать фотосессию, то начинаешь понимать, что даже простую идею реализовать не так-то просто, как казалось ранее. Стоит ли результат своих затрат? Здесь каждый решает сам. Но есть одно важное обстоятельство. Все фотографы, которыми вы восхищаетесь, за которыми внимательно следите, не делают свои снимки бездумно. По принципу «Эй, модель, найди что-нибудь» и пошли снимать. Все крутые фотографы всегда тщательно думают над съемкой, прежде чем ее устроить. А подготовка всегда требует усилий, или временных, или финансовых, но чаще всего и то, и другое. Вот такими мыслями мне хотелось поделиться. Будет интересно почитать и ваши истории по поводу подготовки и съемки проектов и продуманных фотосессий. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами на Boosty, ставьте лайки, комментируйте. Прощаюсь, желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.